Всем привет, друзья! С вами снова Джек Шепард, Артур и Шустрила. Поздоровайтесь, друзья! Привет, привет! Здрасте! Мы продолжаем проходить DayZ. В прошлой серии было много всего интересного, как в позапрошлой. А сейчас мы дошли до Мышкина, по-моему, и будем чистить Мышкина. Это машина у Джека Шепарда за окном едет или она... Это машина у Джека Шепарда едет за окном. Ладно, хорошо. Так, ну, идем дальше. Тогда, я тогда пойду найду себе гнездышко, а вы спускайтесь в город, да? Ладно. Вот только что пошел дождь, как только. Буквально 2 минуты до того, как мы начали. Это нам на руку. Это нам на руку, да. Хотя я и так с глушаком. Ну, еще будете, ну, как бы вообще не слышно моих выстрелов. Просто если что вдруг будет не запланировано, то радиус от выстрелов из моей винтовки, скажем, будет потише. Да. Так что полево становится. Лично я пока не вижу ни одного здания, в котором можно зайти. А, нет, я вижу. Чёрненькое. Так, ну ты, Шустрила, у нас будешь отдельно стоять, да? Да, 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 я буду все контролировать. Ладно. Так, вот это здание, по-моему, не входное. Вообще, мы как-то не по порядку начали, надо было от начала до конца его пройти, а мы с середины сейчас выйдем. Да нормально. Мы в интересные места зайдем, а неинтересно отстанем. Дождик нам в этом поможет, я думаю. Ты расположился там? Да. Видишь нас вообще? Вас пока нет. Мы подходим к двухэтажному светлому дому. Понял. Рядом бак. Ну, бак с газом. Не поможет. Ну, я ему как ориентир. Но я выжил полностью, все, что мог из этого села. И... Вас пока не вижу, но все, кто представляет опасность, их я увижу. Я не пойму, где зомби? Он внутри, вон, что ли? Ладно. Нет, там прям... Да, их могут здание резкать, я же говорил. И они там очень сильно жужжат. Ой, мне показалось, Урал стоит. Ну, он стоит, но он разрушен. Угу. Так, дом не входной. Что-то я пока вообще ничего хорошего тут не вижу. Ну, я вижу 2 черных дома, в которые можно зайти. А, или по крайней мере один. Вот один перед нами, да, сейчас? Вас я не вижу. Но они рядом друг с другом стоят, да, параллельно? У меня ощущение, что в этом доме зомби, потому что оттуда звуки доносятся. Они не научились в зданиях бегать после этого обновления? Я только что видел тебя, Артур. Там рядом лягушка просто ходит. Так, а там на пригорке барашек. Ну, сейчас нам пока, наверное, не... Я думал, какой-то человек, может быть. Наверняка кто-то внутри есть. Аккуратно. Да? Зомби, да. зомби бежит. К вам в черное здание. Сидел. Так, ай, пусти меня, пусти. Отходим. А, бинтов заходи нет. Заходи сюда. Нет бинтов. Ништяк, ты вовремя. А у тебя, Артур, есть бинты? А, сейчас посмотрим, мне надо зомби разобрать. Так, у меня есть один бинт, я его тебе сейчас отдам. Перевязывайте. Откуда у тебя, уже... почему у тебя бинтов-то нету? Ты же мне их отдавал. Скинулась. А, точно. Я на низкий старт уже встал. Давай, вяжись. Из меня льется кровище. Да, он рядом. Внутри стоял. Вот, видите, дорогие зрители, теперь у нас внутри зомби бывает, а вещей тут нет. Так, съем-ка я кусок мяса жарим. Не богато жили, но тут, по крайней мере, картина есть, он красивая. Да. Какого-то собора. Кто о чем? Кто тут перевязывается, кто картину разглядывает? Кто на горе лежит? Здесь бинокль лежит. На горе? Ну я. Ты. А, я думал, ты спрашиваешь у нас, кто на горе лежит. Нет, вот бинокль нам не нужен, да? Ну да, в принципе, не очень. Дождем, добрый. Я же сейчас слышал его, но я думал, что он в конце здания стоит. Я же сказал, что, судя по всему, кто-то внутри стоит. Я говорю, что думал, что он в конце. Так, что у нас здесь на порожке дома? Обычно что-нибудь. Бежит. Зомби за домом ходит этим, по-моему, где мы были, да? Он ползает. Там бежит, на вас огрелся зомби. На меня опять. Внутрь, давай заходи, у нас бинтов нет. А, понятно. Гости. Зашел? Да не зашел я еще. Он прям на проходе стоит. Так убейте его. Убил. Не стесняйтесь, ложиться на пузяку и. Да, в принципе, это понятно, но... Расчесывать свои гениталии. Ну просто, блин, а как они вообще заметили-то? Я не знаю, он вообще откуда из-за дома выбежал. На дороге просто великолепная видимость. К вам ползун идет. А, вижу, он ползет. Так, кто снимает? Подходи, я сниму. Готовься забегать, они что-то какие-то
стали. Агрессивные. Да. Блин, меня выбьет. О, бежит. Еще бежит. Внутрь, внутрь, внутрь. Пролазь. Ты застрял у меня. Я зашел уже давно. А я не смог зайти из-за того, что ты меня типа застрял. Ой, блин, а что ж такое? Ты грохнул его? Да. Сам не поранен? Нет. У меня 3 бинта. Я успеваю только тела прятать. Так, ну нам бинты теперь нужны, у нас без бинтов-то все наше оборудование. У меня вроде Артур, Артур, все в порядке, и у меня 6 бинтов всего. Да, но за тебе бежать, а я весь кровище буду. Ну, давайте, нет, потерпите чуть-чуть, я подойду, я не добегу. Не-не-не, на этот раз, я думаю, нам хватит. Хорошо. Просто нужно быть поаккуратнее, я не знаю, как они так агрятся к нам. Ну вот тут вот Джек Шепард, смотришь, куда я смотрю? Он там, видишь, наверху, еще один дом, в который, судя по всему, можно зайти. Да. За Уралом. Да-да. Чёрт, туда, да? Да, туда, наверное, и сходим, а так больше-то я что-то не вижу тут, куда можно было бы сходить. Я тоже. Да, так себе деревенька, блин. Ну, как всегда, на отшибе каком-то. По звукам ощущение, что этот Урал не целый случай, а? Нет, не целый. Я так не думаю. Слева был. За забором он. Осторожно, сейчас можешь выйти, у тебя может... Трое аж целых. Далеки. Так, аккуратно. Вот такие моменты я просто обожаю в DZ. Сагрился, бежит по дороге к вам. Именно. Так, он бежит к тебе, Джек Шепард. Сейчас с той стороны подойдет. Он забор встал. Короче, блин, теперь меня поранили. Есть. Ой, бит? На меня идет. Короче, заходи, Джек Шепард, в дом, и ты шустрил, если можешь к нам подойти. Что-то как-то у нас сегодня не очень хорошо идет это все. Это как-то не палят нас, непонятно. Похоже, ползать придется чисто, потому что ходить уже не получается. Не актуально. Так, я сижу внутри, теку потихоньку. Мне бы нужен был бинт. Я подхожу. Так, аккуратно, сейчас ты можешь... Не сними сразу. Это я. Да. Знаю, разбивать стекло нет, потому что мы сами. Так, ладно, Джек Шепард, спасибо, смотрите, вот пока. Я буду спасибо. Так, это неприятно, что-то мне не нравится, что так у нас теперь. Бери из сумки. Давай, иди сюда, братья. Блин, промазал. Он точно в сумке? Да, 3 штуки там должно лежать. Сейчас, секунду. Угу. Как все вовремя. Джек, тоже подойди, возьми из сумки. Оба возьмите. Сейчас. А, из твоей сумки брать? Да, из моей. И я думал, ты мне положил, так я неправильно понял просто. Не-не. Так, открыть. Так, один взял. Бинт отличный, тоже. Берите два. Сейчас, я привяжу сначала, потом уже будем смотреть. Я тебя перевязал! Я же первым делом. Ладно, сбросил, успел. Так, все хорошо. Так, у тебя сколько осталось еще? У меня... тебя один остался, у меня один. Не, так, у меня два. Берите последний бит, берите. У меня еще с пистолете там, где пистолет. Давай, пользуясь случаем, тебе магазин ДМР положу. Положи. Только бинт заберите из сумки у меня последний. Он уже взял. Все взял. Все, тогда я пошел. Да. Скорая помощь. Или уходим отсюда. Я не знаю, в принципе, не знаю, что нам там проверять. Я не думаю, что там... Мы уже столько потеряли, если честно. Да, хреново сходили, надо отметить. Наверное, дурацкий бинт. Все. Бинты нужно искать. Или снимать с кого-то. Скорее даже второе. Да. Я просто хотел найти тут какой-нибудь мотоцикл. Было бы прикольно. Да, ну, там сейчас уже после патча довольно-таки туго, как вы видите. Причем совсем, и особенно с едой. Особенно с едой. Так, ну ладно. Хотим не хотим, будем харчить на зверушку. Да. Ну все, следующая остановка — Зеленая гора. Ну, я теперь понял, что за зомбяченную местность только лежа. Они вообще что-то стали опять замечать после этого обновления. Угу. Раньше как вообще было? Не замечали, в упор практически ходил при сессии. Потом сделали обновление. И стало сразу сложно, потому что они жрать начали. Теперь вообще они натурально замечают. С километра. Угу.
плоть чувствует. А еще хочется отметить такое, что раньше было как, когда ты бежишь по траве, вот так вот весь рост, видимость была не максимальная. А сейчас, когда ты бежишь что по дороге, что по траве, весь рост, видимость одинаковая, максимальная всегда. Да, ну потому что это еще, видимо, хотя, кстати, не знаю почему. Ну, раньше было и слух мало, и индикатор шума взглядывало, да. А сейчас видимость полная. Игра все сложнее и сложнее становится. Хардкор... В этом ничего плохого. Хардкор это классно, по-моему. Скоро просто так. Будешь заходить в игру, и будет за спиной стоять мужик сбитый. Все такие, хардкор, хорошо. Я, кстати, думал насчет этого, если бы реально поставить где-то на карте хотя бы четверых каких-нибудь ребят, которые, ну, серьезные. Не такие, как обычно. Смотрители, да? А серьезные, да. И тогда бы было поинтереснее. Я вот и говорю, эти мигрирующие толпы зомби. Не просто по городу, а чтобы бегали по... Не бегали. Ходили. Да, штук 50 хотя бы, просто чтобы его случайно так в лесу ведешь, и на тебя такая стена двигается. Но учти, у этой идеи будет очень много хейтеров, у которых компьютеры как у меня, потому что если я вижу 50 зомби в одном месте... Ну, понятно, да. Просто сгрел. Ну, это чисто как концепт. И еще этот, или один сильный какой-нибудь, но это уже будет выбиваться из общей такой, как сказать, из сеттинга. Тут все более-менее такое реалистичное, а всякие там немезисы будут выглядеть достаточно глупо. Не входят, не входят. Видел, кстати, новый трейлер Resident Evil нового. Фильм все тупее и тупее, но мне нравится он. Я его как клип воспринимаю по мотивам. Мне вот фильм совсем, последняя часть, не нравится. Ну, да. Фильм о трейлере посмотрел, да. Ну, что это за зомби? Каша, малаша, конечно. Ну, блин, не знаю. Посмотри тоже, где он, заправка, кстати, сделал. Ага. На заправках есть шанс спауна машин, можем пройтись посмотреть. Лично я Рафик не знаю, какой-нибудь. Что здесь, но... Можно, чё бы нет. Чё бы нет, да. Мы же тут. Как раз на Рафике бы я покатался. Может быть, не знаю, раз в 5 уменьшится претензии насчет того, что мы каждую деревню на километр обходим. Этот же, если мы сейчас найдем Рафик или что-нибудь без колес, то это не очень хорошая новость. Да, нам придется потом бегать минут. Черт знает куда. Да, искать. Здесь заводов-то рядом, по-моему, нет. Но я не вижу никакой машины. Да. 3 завода, насколько я знаю, да, по твоему видео. Их 4. Еще один в Черногорске, но ты сам понимаешь, это смерть. Да, мы туда не пойдем по-любому. Черногорск, туда можно будет наведаться, когда у нас этот лут весь отнимут, так или иначе. Mm-hmm. Все-таки такая игра. С фонарями пойдем. Ну там да, найдем что-нибудь, будем какие-нибудь винчестерки, и уже можно будет. А винчестер уже, ребята, очень редко появляется. Да? В основном двухстволка. Да. Ну ладно. Так, я сейчас. Ну она похуже, да, чем винчестер. Вот, в лесочек зайду. Она дуплетом валит так, что ну ближнее расстояние просто. Так, ну что тогда на разведку? Ладно. Я сейчас. Что, Артур за мной, нет? Ты решил туда сходить все-таки? Да. Ну, давай, я добегу до дерева и не знаю. Вот здесь, где я сейчас, да? Ага. Окей. Пойдем, да, до севера, до востока. Ты у нас теперь, у тебя голос да, как робота. Я робот? Да. Одну секунду. Так, ну что, вместе пойдем? А что вы скажете насчет сейчас? А вот сейчас все хорошо. Получше. Так, ну давай тогда вместе. Снимаешь вон того, черт, ты? Чё такое? А я зашел, а у меня персонаж бежит влево сам. Из леса выбежал по полю, пританцовывает. Сейчас ты не следил даже. А я вас не вижу. Ну вот мы дерево в поле, видишь? А, вижу, а чего ты тут пошли? Он хочет посмотреть, что там в этом... На заправке. Ну хорошо. Я уже на позиции. Давай, я чуть правее зайду, ты чуть слева пройдешь. Ну давай. Может даже через дорогу побегать. Там прыгун прям справа. Я прям на него иду. Ты хочешь его убить? То есть мне нужна его кровь. Если он сагрится, то будет трудно в голову попасть. Уже попал. Может не сагрится. Вон там еще парень в костюме на работу хочет устроиться. О, давай я тебя сейчас устрою, у меня есть для тебя куча анкет. На собеседование пришел. Да. Костюм с отливом. На тебе анкета моя. Хватило одной. Шлепнулся, так смешно. Да, на спину.
Так, я там никого не вижу, на заправке на кого-то слышу. Там Джек тоже ходит. Да, я знаю. Не, в смысле про зомби, наверное, да. Не застрелите друг друга. А, вон внутри, по-моему, осторожно. Да, он по-любому внутри, поэтому я обхожу со стороны окна. Я говорю, они вот сейчас во всех таких маленьких домиках. А внутри, ну-ка где он? Там прыгун. Я его не вижу, я вижу. Он прямо с центрального входа. Осторожно, потому что сейчас все домики. Нормально убил. Ты говори, если будешь в них стрелять, а то я думал... Я прицелился, просмотрел, так, здесь нож, а, что-то лежит и хитпак. Нож нужен охотничьему? АКМ, магазин. АКМ, магазин можно взять? А посмотри, какие патроны к нему идут. А никакого калибра, не часто. 7.62. Это не то, что на Драгуна? Нет. Там 7.62, 50, что-то, по-моему. Может, так, ну АКМ нет. Может взять все-таки этот магазин. Хотя нет. Так. Не надо. Ну что, а давайте назад, задний ход, на эту сторону. Джек Шепарду что-то не хватило. А я просто пошел посмотреть, думал, мало ли. Может, кто-то здесь машинку отогнал за кустик. Ну да. Такой большой, а в сказки веришь. Нет, ну как, внедорожник он уже нашел. Ну, в принципе, да, все, претензии снята. А да я же прятать его не буду. Я просто как-то по стол стараюсь прятать зомби, чтобы если кто за нами пойдет, они не знают, что мы здесь были. Зомби. У тебя паранойя, Джек Шепард. У тебя паранойя. Кто бы говорил? Кто бы говорил? Спецназу тоже нельзя на вылазках курить, чтобы по бычкам не спалили. Угу. У нас по зомби палят. Да он даже козлов прячет. Да уж. Мало ли кто-то захочет в него, как ты, фаер положен. Ну, было дело еще. Так, все, мы пришли. Ты где тут далек? А вот он, вот он. Слева. А, вон. Все, веди нас дальше. Рванули. Давайте все, полководец. Мы даже меньше времени надо тратить, чем на Мышкина, от которого пользы ноль было. Блин, вот сейчас бы рассекать на квадрике, да, на... На квадриках. Каждому по квадрику и... Нет, квадрики, пикап. Я не говорю о том, что о чем я мечтаю. Я говорю о том, что мы видели, встречали и что вполне реалистично. Сейчас могли бы рассекать. Просто бензина бы нам не хватило. Нам говорю, квадроцикл это самый худший вариант, потому что он переворачивается буквально всегда. Буквально. Так что машина, на которой... Вот именно машина, это уже в 100 раз лучше. Слева или где-то ровненько. Стоило, да, стоило. Пойдем, нет? Да как бы, ну блин, там обычно еда должна быть, но сейчас я даже не уверен. Сейчас я тоже не уверен, да. И еда нам не нужна, у меня 6 кусков мяса в бэкпаке, я вам это добавил. Да. Вот попить не мешало бы, конечно. Ну у меня есть, если что, 3 полностью наполненных фляги, но это нам, считай, на троих на один раз хватит и все. Вообще вода у меня вот опять, она темнеет. Очень быстро начала. Скоро припьет. Здесь, видимо, все ускорено. Так, там кроме коровника ничего нет, я так понимаю. А-а. Потому что отдельно стоит такой колхозик. Ну, в принципе, там можно проверить, я думаю, не знаю. Так, ну я уже вижу отсюда далеко зеленую гору. Там банки с газировкой могут быть, в принципе, вот самое там. В коровнике? В супермаркете. Ну нет, в коровнике я тоже находил. Банки с тушенкой, банки. А, ну в коровнике их полно валяется, да? Так что, пойдем зайдем? Ну, давайте, наверное, что там, в принципе, безопасно. Забежал даже, если зомби сага здесь перестрелял. Но нужно кому-то, чтобы крыло у нас. Это ну, у нас есть кому. У нас есть кому-то, да. Мы этот вопрос уже решили. А вон зеленый горает, уже заметил. Ага. Уже очень близко, оказывается. Так, Джек Шепард, может, не будем никакого стелса устраивать? Тупо забежим сейчас в этот проход и повалим их? Я за. Я полностью за. Это будет гораздо быстрее, и мы потратим на это... Гораздо наверное, меньше пару времени, патрон. Меньше времени, да. Патронов хватает пока. За зомби пока что вижу. Двух. У нас дымовые гранаты есть у кого-нибудь? А, да, одна. Хорошо, оставь ее. Они, кстати, как раз на нашем пути следования. И тут, по-моему, заборчик. Че, давай тогда влево за пристроечку, ты вправо главный вход. Хотя, блин, нет, так мы можем друг друга перестрелять. Нет, вот в это вот, видишь, вот, вход пойдем. Боковой. В него нужно зайти. Я только сейчас не вижу, тут, по-моему, забор идет. И мы в него упремся.
Ну, нет, здесь можно прям как раз напротив прохода пробежать. Все, уже бежит. Бежит. Что у него с анимацией? Нормально бежит? Угу. Пока не трогай его, он за тобой гонится. Сейчас зайдем. Пока я не зайду, не стреляет еще. Подгонет что-нибудь. Да, я куда-то. Ой, он так тебя любит, смотри. Я знаю. Он хочет... Он на меня даже не смотрит. Побудит? Меня ломать, я думаю. Все. А ты куда побежал? Лутать, что ли? Нет, присесть. А, понятно. Что, может, я? У меня много патронов. А уже все. Его я убил. Нет, я попал в голову, он упал с выстрела. Ну ладно, может, ты. А второй че? А, да второй как-то заинтересован. Там еще с Гэлэм рядом один шляется, он пассивный. Да мы их не ради прикола убиваем. Полез, значит, сняли, чего уже будем. Я предупредил, чтобы вы там не шумели с тобой. Да-да. Мы поняли. Так, тут у нас лежит... Тут у нас лежит Ли Энфилд. А! Сколько рожков? Фу, блин, рожков. Много. Патронов. 3. 30 трупов. Так, пустые эти. Арбалет. Великий, невыбедимый. Да, помню, как я до начала игры DS думал, что... Арбалет это круто. Что арбалет это круто, я хотел как мужик-то из Walking Dead. Ага. Бегать с арбалетом, думал, убил, пошел, забрал. Сделать себе амулет из ушей. В итоге, блин, там прицельные планки и ужаснейшие. Стрельба из него просто капец, блин. В голову с выстрелом не убивают, стрелы теряются. Ужас, короче, какой-то. Вы вышли, да, там? Да. Посмотреть, чё почём. Так, короче, бездарно сходили. Угу. Давайте вот слева от вас лесополоса на восток. Подходите сюда, там мы встретимся. Ну, в принципе, мы можем просто к вышке бежать. Ну, бегите просто к вышке. Да. Бонни-то разъединяться тоже не хочется. А найдемся. В лесу, я думаю, его вряд ли кто-то заметит. Да. А если заметит, то пуль в голову раньше получит, чем шустрее. Ладно, ты меня прям переоцениваешь. Так что, я просто видел тебя в деле. На квадрике мужика со второго выстрела... Если ты думаешь, что я сам не удивился, то я удивился. Я вас вижу, кстати. Да, мы тебя тоже. Вот тут и перегруппируемся. Так, теперь нам вот там дорогу пересечь придется. Угу. А там, по-моему, прудик рядом. Прудик? Посмотрим. Да, есть такое. А нет, обманщик. Нету. Да. Ну что, пошли? Было похоже. Идите. Давайте. Я тоже пошел. Кто последний, тот. Тот последний. Артур бегает быстрее всех, так что сейчас он тебя догонит. Не, я так не думаю. Вы там бегали по стойлам, а я восстанавливал силы. Вот он, знаешь, на чё намёк-то был, да? Ну, вы думаете, у меня есть огнестрелы, у тебя есть ноги, смотри. Что же может случиться? Палец сними. По полю снайпер такой скрытный. О, кстати, я заметил вышку, Джек, быстрее тебя. Ну, я только на нее прибавил камеру. А мы не на этой вышке находили вот такую винтовку, как у меня в свое время, Джек Шеффорд? Нет, я вижу, там зомби ходит один, вижу, второй ходит. Нет, блин, мы находили с тобой на другой. А, нет. Она, по-моему, около Нового собора была. Да-да-да-да. Короче, нет, говоря, она меня была около зуба. Давайте сверните чуть, я даже не знаю, как пойдем. Давайте, откуда заходить будем, выбирайте. И чуть справа, чуть зайдем на вышку. Или я вам вообще сейчас пойду по устрою мясо. Ну как мясо, по одному сейчас вынесу. Ну, Джека Шепарда автомат с глушителем, ему везет. А мне так хочется пострелять иногда. Но не дают повода. А ты представь, как мне обидно. Да. Тебе бежит. Я знаю, в голову высадил. Четко. Как ты даже на скорости попал, я думал, я скажу. Хать бади. А. Он не хочет предаваться, а вот хочет. Земле. Ты опять прячешься? Да. Оп, один. Справа театр исполнился. Ой-ой. Иди сюда. Экшон. Ой-ой-ой, задел. Кровь пошла. Да-да-да. Бинты, бандаж. Бандаж, майсел. Слышь, ты, ведь проблема с бинтами скоро действительно станет актуальной. Ну, мы сейчас, я думаю, зайдем на Зеленый город, там на вышке должно быть что-нибудь. А, справа от вышки два зомби. Ходишь. Один в 5 метрах, второй где-то 15. Два пилота. Опа, какой выстрел. Прям вообще ух радует в последнее время. Все упали. Легендарно.
по одной больше каждого, так. А тут, по-моему, лучше не стоять, если тут сейчас опять зомби отреспаунится. Да вообще лучше просто пролететь это. А может быть мне лучше не стоит их прятать, я не поэтому респаунятся? А, может быть. Вот такая вот идея. Зомби вдалеке, справа, ближе к дороге. Вижу. Ну, думаю, его нет смысла снимать. Я его полком-то не вижу. Я промазал. Еще раз. Проходи сюда. Все, убил. Нет, что он его просто так не отпустит. Пусто? Ничего. Тут пусто. Ничего нет. Клево, я вам скажу. Клево. Все равно залез. Теперь я опять не смогу спуститься. Давай я тебя поймаю. А, ну, ладно. Прыгай ко мне в руки, Артур. Представил просто. Два мужика таких стоят, тебя ловят, да? Давай, не прыгай, прыгай, прыгай. Чё ты? Так, сейчас там будет дофигища зомби. Так, я, пожалуй, достану эту большую пушку. Так, а как мне проверить количество моих патронов? А, понял. Нажать на кнопку R. Да, на кнопку F я нажал просто. Нажать на кнопку R, он сразу перезаряет. У меня вот сейчас 12 патронов, а обойми, я думаю, хватит, не буду перезаряжать пока. Там бояк много. Ладно. Мы будем шуметь там вообще, нет? Стараемся по-тихому. Толку шуметь. Можем пошуметь, можем не шуметь. Стоп, а почему у меня все равно 12 патронов пишет, что? По 30 же вроде бы. Ну, видимо, у тебя во втором магазине 12 тоже. А, у меня вообще один остался в этом. Нет, так переложи. Так, Штрил, погоди. Да-да-да. Он притормозил там маленько. Я ловил вашу мысль. Так, что будем заходить с нашей стороны, как в прошлый раз или слева? Ну, вот так вот зайдем. А там один ход, по-моему? Один. Не, я в смысле с тобой стороны? Тогда, то справа, то слева заходи. Я не понял, выживший прямо перед нами. На. Че, ну, вали. Что делаем? Стоит. Я не буду стрелять в него со снайперки, это самоубийство. Он на мотоцикле, что ли, нет? По-моему, не волок, я ему 4 пули в голову отправил. Я понял, это труп. Это может быть не труп, а отбежавший на 20 метров в нашу сторону человек. Аккуратно. Ой-ой-ой, у меня какие-то баги пошли. Да-да-да, текстурные, да, такие? Да-да-да, какие-то эти треугольнички. Когда, не смотри на вышку. Чё там? Это от нее баги идут. Ты просто можешь включить-выключить в настройках анти-алиязинг, у тебя все пройдет. Это Алиспак. Как думаете, он один здесь? Не факт. Так, я вижу Джека Шепарда, но не вижу. Я даже подходить туда не буду. Я там ползаю в траве. Джек, нам нужна твоя дымовая граната сейчас. А. Давай я. У меня тоже баги пошли. Хорошо, я кидаю. Да, давай я тебе сейчас положу. Только киньте ее. А, нету, она у меня. Да вы издеваетесь, что ли, блин, надо мной совсем. Нету. Забрали? Была и нету. Ладно. Совсем. Обойдемся без этого. Я бы был уверен. Давайте я сейчас быстренько, аккуратненько подползу в своем камуфляже к этому выжившему. Полутаешь его, ну. Посмотрю, что там, да. Давай. Блин, а вы в правую сторону, думаю, кида. А вы смотрите во все стороны сейчас. Здорово. Так, Джек Шепард, там тебе, если что, отступать особо некуда. На тебя зомби сагрится. Вижу. Можешь убить? Не могу, мне нужно оружие переключать. Тебе быстрее бьет, давай. Ой-ой-ой. Он умер? Умер, нет. А он бьет. Твою мать. Ты сдохнешь, нет уже. У меня, по-моему, булет из игры. Я не уверен. Он, по-моему, залагал. По-моему, и мы все залагали. Да? Шестрела потерял связь. То есть я ему в голову уже, знаешь, сколько пуль высадил? Я только ой, так, давайте. Так, давайте, пока вы там присоединяетесь, я на самом деле забегу внутрь и поснимаю этих зомби. У меня все равно делать нечего. Рядом к пацану не подвигай. Не, я не хочу. Не делай этого, я сейчас захожу уже. Ой, какой он опасный. Ой, как все глючит. Блин, в этот раз у нас. Don't do this! Здесь никого нету. Заклинаю я забежал и никого не загрел. А вообще УАЗика нету там? Там вообще ничего нету, Вася. Ваш. А посмотри, там помнишь, где я тогда палатку нашел? Может, она там есть еще? Ну, типа на том же месте. Какую нафиг палатку? Одному-то тут страшно ходить. Я тебе говорю, жди. Не уехать. Я, конечно, знаю, где 100% стоит машина, но там нас ждет смерть. Это старый собор. Там стоит красная шестерка всегда. Да мы же к ней подходили, она ничего вообще, ноль эмоций. Это белая шестерка. Белая была, да, белая. А там сейчас получается белая красная.
Там еще на ржавом гигантском здании валяются всякие снайперы. Вот, дорогие зрители. Вот. Вот там. Знаешь? Да, я зашел показать людям, пока вы там прохлаждаетесь где-то, я не знаю, в соляриях. А он все стоит, смотрите. Он такой жуткий. Это натуральная аномалия. Заманивает. Ага. Я рядом с ним. Убивает людей. Да. Че, я поднимаюсь или ты, Джек Шепард? Я хочу. Я тоже хочу. Почему бы нам обоим не подняться? Давай. Можно я буду первым открывать? Нет, я уже поднимаюсь. Все. Нет тебе прощения. Рядом с ним кто сидит? Ресивинг у меня. Возможно, я. Скорее всего, это Джек Шепард. Голову не стреляй. Хорошо. Так, я появился. Да, это ты? Это ты. Да-да-да. Я плыву. Я не двигаюсь, я плыву, у меня все белое. Ух, отходи от него. Блин, ну нафиг этого перца. Зараза. А что, дверь не дадут закрыть? Тут наверху кто-то есть, что ли? Что за звуки такие? Как будто мы, кто-то ходит. Мы тут шлепаем, ребят. Может, мы внизу? Ну что-то достаточно близко было. Ну так. У тебя хороший слух и хорошие наушники. Здесь патроны М24. А сама М24. Ага. Размечтался. Ага. Я думаю, если бы там была винтовка и патроны, он бы впервые сказал про винтовку. Как этот гул отвлекает мушки. Кто тут шарится рядом с второй трубой? Я. Теперь-то у них текстурки хорошие, люди могут посмотреть. Всем приятного аппетита, между прочим, кстати, да. Кто как раз кушает и смотрит нас. Пожалуйста. Представьте, какой запах этих гниющих, разлагающихся, слипшихся друг с другом тел. Красота. Приятного аппетита, дорогие зрители. А, я вдохнул на полной груди. Что-то я посмотрел на эту лестницу и не хочу на нее лезть. А тут смысла нет, тут только патроны М24, все. Я хочу там побывать, я там не был никогда. Никогда не был? Нет. Помнишь, ты же тогда поднялся, я побоялся. Ты поднимаешься или нет, а то мы сейчас на середине лестницы встретимся. А, у нас тут это, не разойдемся. У нас тут ситуация Остин Пауэрс. Пробка, да-да-да, Остин Пауэрс. Помните, как Остин Пауэрс разворачивался на своей машинке? Вот я его. Так, кто-нибудь поднимается или дадите мне спуститься? Я поднимаюсь. Я по мне не стрелять, я поднимаюсь. Вот так вот человек поднимается, а ты сидишь, знаешь, ждешь, да, и целишься. Ой, так что, надо же снимать, наверное, да? Так, ну... Опасно, конечно, пока на повисшей лесенке. Надо запустить программу записи и начать снимать. Ты поднимайся, давай быстрее, мне охота уже спуститься отсюда. Да, ты зависишь от меня. Так, я почти поднялся. Это мне человек говорит, которому я в спину целюсь. Ты не сможешь спуститься без меня. Что-то еще наверх можно? Нет? Нет, нельзя там наверх. То ты можешь вокруг обойти только по этому пандусу. Наверху. Да, там нет ничего. Вид только красивый. Так, я спускаюсь. Да. Мне это напоминает Каспийскую границу. Кстати, да. Шли. Прикольная карта. Но мне как-то всегда больше метро нравилось. Оно тупорылое такое, маленькое, и там бессмысленное мясо. Столько отыграли. Сейчас выйдет Close Quarter, он уже вышел для тех, у кого VIP есть, а у кого нет, он на днях выйдет. 6 числа. Надо будет попробовать, кстати, побег. Куплю себе, да, будет очень весело. Ну что, двинули дальше? Да, я тут осматриваюсь пока что, ребят. А я уже первый раз здесь. Я думаю, мы тут серию завершим. Потому что по времени у нас уже достаточно много, а потом уже в следующий двинем дальше. Место тем более достаточно интересное такое. Кто-то, похоже, подбежал к этому пареньку, что ли? Из Лузенка на кшне. Я осмотрелся, вроде бы не было никого. Я тоже смотрел на него. Так, ну палаток я здесь не заметил. Нет, туда. Я все осмотрел вокруг. Давайте соберемся рядом с маячком. Ой, она опять глич начинает. Ой, 12 FPS сейчас было. Так, ладно. Я думаю, так нормально будет. Интересное место, наверное, самое интересное место в игре. Такое чисто атмосферное. Да. Но трупы. При этом ничего хорошего на нем нет. Мифы, легенды здесь вокруг. Ага. Итак, так, давайте как-то все сядем, чтобы, не знаю, вон за здание хотя бы зайдем. Мало ли кто-то ворота откроет, и мы тут втроем сидим. Давайте, вот я вижу отличный рыжий куст. О, да. Пойдем, правда, дырка.
Где моя любимая кнопка? Вот она. Ставшая уже любимой кнопкой. Ну, а я, пожалуй... Это опасно, конечно. Да, это опасно. Лучше вот так. Во весь рост. Так, ну ладно, давайте... Скриншот! На этом будем завершать. В этой серии у нас было достаточно много всего интересного. Следующий куда мы двинем? А, ты знаешь? Я не знаю. Куда-нибудь есть. В следующей серии мы скажем. Нет, близко у нас Зеленогорск, кстати говоря. У Зеленогорска около магазина спаунится, сам знаешь, что. Да. Вот туда мы, наверное, наведаемся, раз нам по пути. Ну, короче говоря, это все будет в следующей серии. Попрощайтесь, бойцы. Пока-пока. Всем пока. Да, всего хорошего. До завтра. Пока-пока-пока.